6 по 14 февраля с 10 до 19 часов в ДК «Железнодорожников» состоится продажа башкирского меда «Пасеки Кучаевых». При покупке 2 килограммов меда третий в подарок. Пчелопродукты, деревенское растительное масло. Дегустация. Здравствуйте, с прогнозом погоды вас знакомит Ольга Новикова. С 6 по 14 февраля в ДК «Железнодорожников» мед от пасеки Кучаевых. Акция при покупке 2 килограммов меда, третий в подарок. А теперь о прогнозе синоптиков. В субботу североатлантический циклон, надежно обосновавшийся над Приобьем, сформирует облачную снежную погоду практически над всей территорией Урала и Западной Сибири. В Тюмени минус 3, минус 5, без существенных осадков. В Челябинске минус 1, минус 3, кратковременный снег. В Екатеринбурге минус 2, минус 4, без осадков. В Кургане облачно, с прояснениями, кратковременный снег. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха минус 2, минус 4. Днем в Кургане облачно, временами снег. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха 0, минус 2. Атмосферное давление повысится. 6 февраля солнечная активность умеренная, геомагнитное поле спокойное. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго!